Ну а жителей Лондона удивили представители монаршей семьи. Принц Чарльз стал ближе к народу, впервые за 33 года спустившись в подземку. Для наследника британского престола и его супруги герцогини Корнуэльской Камиллы это стало первой совместной поездкой в метро. Путешествие от станции Фарингтон до станции Кингс-Кросс было приурочено к 150-летию лондонского метрополитена, которое широко отмечается в Соединенном Королевстве в этом году. При входе на станцию члены королевской семьи получили в подарок от администрации метро памятные транспортные карты с 10 фунтами на счету, с помощью которых чита и оплатила проезд. Уже приятно, что Чарльз и Камилла не проехали в метро зайцами.